Блин, как же их долго выцеживать с этого расстояния. Аж не хочется кидать туда. Положено. Куда ты идешь вниз? Разворачивайся, давай опять на глубину сходи. Ты мне под мостиком не нужен. Это же сам процесс. Харе мотать, разворачивайся. Я под сак подкрутил. Теперь давай иди сюда. Тихонечко. Разворотик. Нормально, нормально. Этот под сакарпу помещались не на 1 килограмм, а тут какой-то лещ, понимаете ли. Вот она, рыба моей мечты. Это лещ так лещ. Всем лещам лещ. А я думал, нет у нас уже таких. Оказывается, плавают, еще плавают. Вот что значит свежая прикормка. Ну. Что теперь?